Ключевым вопросом обсуждения стала подготовка к празднованию 20-летия Астаны. Но Нурсултан Назарбаев призвал не создавать простого шумового эффекта. Регионы страны должны преподнести в дар столице новые парки, скверы и даже школы. Накануне праздника президент посоветовал градоначальнику прибраться и показал фото с нелицеприятными изображениями улиц. Президент поручил также создать платные парковки и заняться безопасностью торговых центров, подготовить инфраструктуру для газификации столицы. А заодно поинтересовался, внедряются ли в Астане зеленые технологии, которые так рекламировались на выставке «Экспо». В прошлом году прошла выставка, в этом году люди должны приехать, мы должны показать. Смотри, весь квартал работает на альтернативе. Смотрите, дом работает. Подземную теплую воду использовали, солнечную батарею использовали, ветровую использовали. Где у нас в Астане? Есть такое? Для дальнейшего развития Астаны нужен новый закон о столице, считает президент. Он сразу же поставил цель до 2050 года. До 2050 года в Алмате должно жить 2,5 миллиона. В Астане 2 миллиона, в Чимкенте 1,5 миллиона человек. Вот такую задачу поставим, это будут точки роста. И там будут услуги мирового уровня. Жесткой критике подверглись и названия улиц в Астане. Как оказалось, есть улицы, названные в честь людей, о которых президент даже не слышал. Мухаммеджанов, Мухаммедханов, кто это? Каим Мухаммедканов, он основоположник Абая-ведения, один из известных академиков. Абая-ведение, Ауэза-ведение, еще какое-то ведение, всем будем давать улицы Астаны. Какое он имеет отношение к Астане? Переименовывайте улицы, названные в честь людей, не имеющих отношения к Астане. Ничего хорошего нет, менять снова улицы, путать людей. Ну, наведите порядок, я еще раз говорю, назовите номер улицы, все. Напомню, что недавно сразу в нескольких городах страны главные улицы были названы в честь Нурсултана Назарбаева. Чтобы люди помнили только историю, когда он правил, да, вот, только связано с его именем, а ничего другого, чтобы люди даже вспомнить потом не могли. Это очень плохо для правителя, для руководителя государства, это низменный поступок. Стоит отметить, что в Астане есть улицы, названные в честь первого президента Азербайджана Гейдара Алиева, короля Иордании Хусейна, египетского писателя Таха Хусейна, короля Саудовской Аравии Фатха бен Абдул-Азиза и многих других. Айнур Коскин, Аганизат Успанов. Настоящее время. Азия.